Yeah. Lynx cup. What is red? Lynx cup. What? Ah. Yeah, I understand now what this. Jean, so close, making this normal. You see it's big face now. Here. Not that, here. Yes. Всего слова мы отмечаем плечи Кристины и Ильи. Сейчас мы подойдем к самому главному имениннику нашему, крестнику. Вот такой вот он у нас мальчик, зайчик. Это наши гости. И на английском, мама там читала. Сейчас я скажу на английском. Это родители. Это наша мама крестная. Красивая молодая девушка. Кристина. Today it will be baptism for Ilya. This is a church mom named Kristina. It's Ilya today party for him in cafe. It's Bob. It's church father, my brothers Alexander. It's Ksenia and Larissa wife. This is my parents. Antonina and Georgi. This ceremony. This old table. Food. Making food for this party. Смотри, как он дедушке улыбается, да? Так вот он довольный, такой вот играется. Я не понял. Наша девочка Ксюша, мама Кристина. Крестный папа Саша, Лариса, Джин, бабушка с дедушкой. И, конечно, мама. Делай, мама, нажми здесь. Быстренько. Где? Сейчас я сына быстренько. Где нажать? Где нажать? Ага. Ты назад быстренько. Давай. Что сделаешь больше или меньше вот эту? Ближе, да. А это вот, скажи, мама. Привет. Все? Угу. Ваш внук. С грандсон. Большой уже мальчик. Большой уже зайчик. Это само кафе. В этом кафе это называется корейский дворик. It's Korean house. He's making. Just typing. Yeah. Some people. Let's see. Вот такой вот мы во дворе сидели. Такой вот есть кафе. В принципе, все. Всем хорошо и всем весело. Сегодня 7 сентября. Все, всем пока. Ну, я сейчас сказала тоже, потому что бабушка записывала. Привет! We go beach. Today 9 September. Ну да. Скажи, папа, мы тебя любим. Папа, we love you. Go swim. Go. Go. Сынуля. А сейчас на пляже. Раздеваемся. Готовимся купаться.
Это дедушки на пляже. Now it's in beach. This is walking with my pup. It's sanatoriums for baby. Now we're making little bit excursions, see sanatoriums. So like this. It's a bridge. Back, see. It's this is rooms with people. So near this beach. It's people. This way you see a lot of sanatoriums. This is my family, my barn, ready for swim. Not me. I'm afraid of the water. She's afraid of water? Илья, Ильюша, Ильюша, посмотри на маму. Ильюша, Илья. Вот санаторий. Где купаются клипы. Где купаются люди, это вот наше море. Was this very big storm, 7 ball. It was a big storm and now it's a little bit dirty because it was only 2 days ago. Это вот он, long beach. Now we're making so close photo for sun. Ильюша! Ильюша! Сынулькин! Привет! Кто тут на пляж пришел? Who go for beach? А? Alright, finish all over. It's face is still cream this much. On beach. No. Yeah. Now 2006 years and now in September. Ильюша and beach in Crimea. Where live бабушка and дедушка. Grandmother and grandfather. More sun. Скажи папа. Скажи папа. Илюша, да? Это палец. Палец, не надо, сосок. Не надо. Не надо. Вот так, смотри. Смотри, вон, птичка там вылетит. Смотри, а? Птичка вылетит. Илюш. Смотри, смотри на папу, смотри, что там папа делает, а? Что там папа делает, а? Нет, никто делает. Да? Это понятно, Лена, но ты будешь его так положишь и подушечкой загородишь. И никаких показываний. Подушечкой закрыла, когда спит. Так, пошли. Джин, пошли. Джин. Да. Илюша, смотри, папа зовет тебя.
Ну, видишь, папа тебя снимает. Вот так. Вот так, смотри, ну, собачка какая. Вот. Туда тоже покажем собачку, то, чтобы видели, что, что там такое-то, да? На. Ну, все. Ты что такое? Ай, мам, держи его, я же говорю тебе, мне нужно поменять одежду. Мою ляпочку. Где моя ляпочка, где папа? Папа, вот ты папа. Папа. Нету температуры, Лена. Температуры нет. Кто там такое? Ой, машина едет. Ой, машина едет. Ой, машина. Ой, дедушка. Не обращает внимания. Дедушка. Где папа? Папа, где? Где папа? Где папа? Папа. 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 Бери пальчик у него. Пальчик. Снимок был хороший. Когда? Сейчас? Ну да. С пальчиком? С пальчиком? Ой, моя лёпочка такая. Ой, такая моя лёпочка. Ой, такая моя лёпочка. Видишь, папа здесь? Где папа? Папа. Лёпочка. Моя такая лёпочка. Где ляпочка? Где ляпочка? Спи. Передаю. Угу. Баба. Спи. Чё там такое? Ой. А сегодня 14 сентября, мы уезжаем домой, нас провожает семья брата, это наши ступицы вещи, это наш сын Уля уже готов тоже в путешествие, папа стоит, да, устал, тает мать. Вот. I said my wife killing me. Yeah. Такой поезд, на котором мы будем ехать. Are we at the correct place here? Суса? Завтра отбой. Tomorrow open. Today Thursday, right? Пап. Yeah. Сейчас папа нас провожает. А где мама? У меня Так, это идет у нас Валой на вокзале, а это будет наша бабушка провожать нас. Shooting in the sun. Yeah. Мам, пил воду? Мам, посмотри сюда, мам. Все. Мы уезжаем. Время пролетело, как миг. Это такой поезд. Номер 17, в котором мы будем ехать. Сынуля, Илюшенька. Стой.
вон так. Я подойду быстро. Лена, ты не забываешь о время? Поставь туда. А. Как мы сегодня ночью спали? Ира приезжала, мы с Ирой вдвоем на очередь. Она уже такая, я очень устала, посплю, говорю, давай. Потом она такая, спи час, ты такая, отключила. Я даже не помню, там было все время. Зубы пошли. Вызвали врача, отдыхать. Потому что организм должен бороться. А у меня много антибиотиков тоже очень. Сегодня 14 ноября, день перед операцией. Бабушка приехала к нам помочь нам. Наша кошечка тоже с нами здесь, семья в сборе. Все мы молимся за мальчика, для нашего славного такого здорового мальчика. Ну что, я думаю, что гад Бог будет с нами, нам поможет. Все будет хорошо, все будет хорошо. Все только будет хорошо. Sweet baby. You're so sweet. He's so cute when he has to reach back and touch you. Watch him just wait a minute. He's gonna have to reach back and touch you. Где мой масик? А как прыгает мой мальчик? Покажи, как он прыгает. Как он прыгает? Прыг-скок, 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 прыг-скок. Давай, прыг-скок, прыг-скок. Ну, со мной. Как ты прыгаешь? Вот прыг-скок. Ты Джим. Прыг-скок. Caesar said jump. А, сынули, как ты прыгаешь? Покажи бабушке с дедушкой. Скажи, мама, бизи, вестойс. Сейчас я занят другой игрушкой, которую мы скорее подарили бесплатно. Добрые люди. Лезут вторые зубы, поэтому все игрушки во рту. I see it over there. Isn't that sweet? He, yeah, he knows I'm here. Want a kiss? Kiss? Kiss, kiss, kiss. Ilyush, kiss babushku. Ilyush. Mom, I'm giving thanks for you. It's a well-tended kiss or like this. Big... He knows. Yeah, big king. Kiss me. Kiss. Oh. Что там бабушка делает? Что там бабушка делает? Сынуля, прыг-скок. Вот скажи, вот так мы стоим. Да? Скажи, вот так мы встали и стоим. Да, скажи. А вот теперь мы присели. Вот это нас, ну, это нам помогает и прыгать, и стоять. Очень ласковый мальчик. Совсем очень хорошо. That's amazing. Little 11-month-old boy. Knows all of that. He's so cute. Well, too late. I love you, Ilya.